«Мой добрый Александр Данилович», — сказала Екатерина I Меншикову, «оба мы с тобой вышли из простого люда и одним этим уже нажили множество врагов из знатных семейств. Пока мы держались друг дружки, все шло ладно, и при покойном супруге моем Петре и без него. Но а не станет меня, кто тебе поможет? Одно лишь средство имеется – обручить твою дочь Марию с великим князем Петром Алексеевичем. Ну а далее сам решай. Петр Алексеевич вступил на российский престол 7 мая 1727 года, когда ему исполнилось 11 лет. Через 10 дней после его рождения умерла мать, кронпринцесса Шарлотта. Через 3 года он лишился и отца, царевича Алексея, казненного по велению деда его, Петра I. Дед не любил внука и совершенно не занимался его воспитанием. Поэтому неудивительно, что когда учитель маленького Петра предложил императору присутствовать на экзаменах внука, Петр I рассвирепел. «Как смеет сей холоп отвлекать меня, государя, по пустякам!» И прогнал учителя со двора. «Нынче свет угас в сердце моем», — написала в дневнике Мария Меншикова. «Прежде была я обручена с графом Петром Сапегой и мечтала, какой чудесной будет наша супружеская жизнь. Но не прошло и года, как мой жених отказался от меня. Это устроил родимый батюшка Александр Данилович, обязав меня стать невестой императора. И хоть не люб мне новый суженый, но делать нечего, воля батюшки закон. Сердце мое закрыл, а ключ от него утерян навсегда». Елизавета Петровна, дорогой племянничек, к чему тужить? Брось науки до дисциплины, никуда они не денутся. Пока молод, надо в радости жить да веселиться. Александр Данилович Меншиков. «Поверьте, государь, я лишь добра вам желаю. Вам надлежит копить знания да прислушиваться к добрым советам. Вы у всех на виду, и не к лицу вам предаваться детским забавам да шалостям, к чему подучают Елизавета да этот повеса и интриган Иван Долгорукий. Оставьте его, эта дружба добром не кончится». Иван Долгорукий. «Ты, государь, избавь нас от первого злодея в империи Меншикова. Мало того, что отца твоего сгубил, так и тебя обязал жениться на дочери своей Марии. А ведь не чета она тебе, из подлого сословия». Петр II. «Милая сестрица Наталья, не по нраву мне эта статуя, Мария. Вот кабы мне невестой была умная и смелая, вроде тебя, или веселая и озорная, как тетка наша Елизавета, мне ничего и не надо было. А тут опека насильная, да козни кругом сеют. Как сердце мне очерствить?» Наталья Алексеевна,
Не забывай, Петруша, что ты обещал, когда стал царем. Я буду добрым государем, как римский император Воспасиан, чтобы никто не ушел от меня с грустным лицом. Из дневника Марии Меншиковой. Несчастья сыплются, как снег на наши головы. Когда батюшка наш тяжело заболел, подпал государь Петр Алексеевич под влияние батюшкиных ворогов и исполнил их злодейские помыслы. И вот мы, Меншиковы, вопали и сосланы на верную погибель в далекую ссылку, а наши города, дома, имущество все отнял государь. За что Бог прогневился на нас? Как могло случиться, что я, дважды обрученная, осталась в девках и с позором отправлена в холодные березы? Наша милая матушка от лихих бед и горьких слез ослепла, от скорости вовсе ослабла и в дороге под Казанью померла. Что нынче с нами будет? Спустя четверть века в имении графа Алексея Григорьевича Разумовского шли приготовления к встрече его возлюбленной, императрицы Елизаветы Петровны. Для гостей был оборудован кабинет с портретами монархов династии Романовых. Не хватало лишь изображения того, о ком так часто вспоминала стареющая императрица. В спешном порядке для написания портрета Петра II был приглашен начинающий копиист Григорий Дмитриевич Молчанов. Художник никогда не видел, да и не мог видеть императора Петра II, ведь он родился за год до смерти императора. Однако Григорию Дмитриевичу хорошо была известна гравюра с натурного парадного портрета Петра II кисти Людена Иоганна Пауля. Этот портрет и послужил основой для работы Молчанова. Иван Долгорукий заискивающе произнес: «После вчерашнего куражу, государь, сестрица моя Екатерина с вашей помощью стала женщиной, и я, и весь род наш древний рады породниться с вами, и будем служить вам верой и правдой до скончания века, коли вы изволите, как человек чести, дать слово обручиться с сестрой, а иначе Екатерине и всей нашей фамилии позора не миновать. Государь, прошу, не погубите нас». «Хорошо», — угрюмо отозвался Петр. «Завтра объявлю о помолвке». Из дневника Марии Меншиковой. «Нынешний год, как и прежний, стал горьким для нас. Мы с сестрою Сашей и братцем Александром сильно занемогли и чуть было Богу душу не отдали. Батюшка весь измучился, пока нас выходил, а вскоре и сам слег. Перед смертью молвил: «За грехи мои прежние карает меня Господь. Из семи детей лишь вас троих берет, да и то сиротами оставляет. Живите в мире и судьбу не хулите. На многое я замахнулся, да не по плечу кафтан пришел. За все приходится платить». Сказал и помер. Схоронили его у церковки, что он самолично выстроил. «Теперь, чую, и мой черед настал идти во след.
ничто меня более не держит на этом свете. Всего лишь 2,5 года находился на престоле Петр II. Неожиданно 7 января 1730 года он тяжело заболел и метался в бреду. Да разве это государь? Одни воры и злодеи его окружают, оттого и казна пуста. Флот российский запустил, и нынче нас никто не страшится, поэтому. Вон какая красавица долгорукая, а ему, видите ли, не по душе. Да ему и Меншикова не приглянуло. Он сам не знает, чего хочет. Меня на долгоруких сменял, чтобы в их кабалу попасть. Готов на Елизавете жениться. Вон ей, Каменинам, все имения покойной императрицы Екатерины подарил. Не слушай их, Петруша. Береги себя. Когда сознание вернулось к Петру II, он повелел: освободите из ссылки детей Меншиковых. Достаточно претерпелись они лихо за вины отца своего. Будет с них. А в это время в Петербург мчался гонец с печальным известием. Прежняя опальная невеста императора Мария Меншикова скончалась в Березовке.